говорит. Поэтому, когда мы играем, улыбаемся. Понятно, это народный русский, я специально назвал номер русские народные наигрыши. Подчеркну, русские, потому что уже слова этого мало. Да, не слышу, все улыбаемся, музыка веселая. Замечательные дети со своими талантами. И сегодня предварительный тур, на котором участвуют ребята нашей школы, школы 904, отделение дополнительного образования Царицына. Но поскольку это конкурс, то, соответственно, конкурс оценивает жюри. Жюри у нас сегодня многочисленное.
Мы всегда вообще рады их видеть, потому что мы не первый год работаем вместе, и не один конкурс уже прошли вместе. Поэтому для начала я хочу вам представить тех, кто оценивает наших замечательных и талантливых детей. Дарья Щербакова, представитель молодежной палаты района Царицына. Параскевов Артур, член детско-юношеской организации «Паритет». Хлестов Дмитрий, замдиректора государственного бюджетного учреждения «Личность». Валуева Галина Сергеевна, плакальница, член совета ветеранов. И председатель жюри, руководитель молодежной организации «Паритет» Соколова Ольга. Ну что ж, членов жюри мы вам представили. Бояться их не надо, они у нас добрые, но в то же время справедливые. Поэтому всем на небесе мира народные наигрыши. Руководитель Бессольцев Валерий Анатольевич. Thank you.
черного рояля мальчик тоненький, в костюмчике матросском. А в окне солдаты маршируют под гармонику и где-то погибают на войне. Волненье не сдержать губами сжатыми. На заостренном носике очки. Над хмурым Петроградом, над солдатами взлетает гром из-под его руки. На повлажневшем лбу вихор колышется, и серые глаза устремлены туда, где зов трубы военной слышится, где слышится безумный вой войны. Склонившись над длинованной страницей, он в нотах различает голоса, и кажется рояль огромной птицей, стремительно летящей в небеса. Он слышит песню матери над зыбкою, ему шаги истории слышны, и для него береза плачет скрипкою, виолончель поет в руках весны. В 17 лет его назвали гением. На гребне волн вздымал девятый вал, и каждый раз над новым сочинением он, задыхаясь, жизнью рисковал. Вселенная была ему наградой, и нынче длится это волшебство, и нас встречает утренней прохладою немеркнущая песенка его. А жизнь была и матерью, и мачехой, но все-таки добро сильнее зла. Мелодия, написанная мальчиком, в последнюю симфонию вошла. Зови в те далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость продли. Память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть, посмотреть в глаза и глаз не отвести, уставать шагать и снова уставать. Дай мне волю до конца тебя нести. Дай мне силы ничего не забывать.
прятал одно, свои руки костлявые, только бы не по пальцам. Потом его вызвал к себе вертухай, фашистик розовый, чистый. Дадим инструмент, для начальства сыграем. А он процедил, разучился. И он выступал с лопатой в руках в изысканном обществе мусора. Но в пальцах его, в 10 тайниках, пряталась музыка, музыка. И ночью, когда прорезался сквозь мглу лунный крамольный краешек углем, он грубо чертил на полу клавиши, клавиши, клавиши. В ком-то урчала гнилая фасоль, кто-то вышептывал имя зазнобы, а от неструганных фа и соль пальцы вонзались занозы. И он играл до рассвета, как мог. Срывался, мучился, пробовал. Хотя получить он только и мог букет из колючей проволоки. Было не страшно ему, что убьют. В гибели нету позора. Было страшнее, что слаб этюд, особенно в части мажора. И он, возвратившись, не пил, не рыдал, весь как сплошное оттуда. Он от холстины продрогший рояль, словно ребенка откутал. И старец со скрепками в бороде, владыка консерватории, прослушав, спросил озадаченно: где, где вы так хорошо подготовились? Играй, пианист! Отплывает барак, ковчег твоей музыки ной. Но криком крича проступает сквозь фраг невидимый лагерный номер.